сегодня у нас уже по-настоящему предновогодний выпуск. До Нового года остается всего ничего, и пора уже вовсю начинать готовиться. Выпуск будет очень насыщенным, прогуляемся с вами по секонд-хендам Питера, посмотрим, что продается в магазинах, погрузимся с вами в предпраздничную атмосферу этого чудесного города, узнаем, как реально сэкономить на новогодних образах, чтобы праздник был не стрессом и сплошными растратами, а приносил только радость. Покажу вам более 10 нарядных праздничных вечерних образов с юбкой за 360 рублей, которые выглядят по-королевски на миллион. Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я очень рада приветствовать вас на своем канале Second Club, в этом замечательном сообществе особых ценителей, людей креативных, творческих, со своим уникальным стилем и вкусом, способных дать вещи с историей вторую жизнь. Здесь уже более 55 тысяч единомышленников, и самая главная ценность этого канала – это, конечно же, вы, мои замечательные подписчики и зрители, и та дружеская, добрая атмосфера, которую мы вместе с вами создаем на этом канале. Цифра 55 – это наше общее с вами достижение, и я от всей души вас благодарю. Я очень рада, что наша дружная семья растет, с каждым днем становится все лучше и делает этот мир чуточку чище и добрее. А это так важно в наше непростое время. Поэтому, если вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, и, конечно же, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. Сегодня у нас уже по-настоящему предновогодний выпуск. До Нового года остается всего ничего, и пора уже вовсю начинать готовиться. Выпуск будет очень насыщенным, прогуляемся с вами по секонд-хендам Питера, посмотрим, что продается в магазинах, погрузимся с вами в предпраздничную атмосферу этого чудесного города, узнаем, как реально сэкономить на новогодних образах, чтобы праздник был не стрессом и сплошными растратами, а приносил только радость. Ну и, конечно же, покажу вам свои покупки секонд-хенд и образы, которые у меня с ними получились. Вы увидите, как всего одна простейшая вещь может изменить весь праздничный гардероб и вдохновить на массу роскошных образов. Будут и дорогие люксовые бренды, и шикарные ткани, и необычные сочетания, и, как всегда, масса творческих идей, позитива и вдохновения. Желаю вам приятного просмотра! Начнем мы с того, на чем я остановилась в прошлом выпуске, с невероятно праздничных и атмосферных новогодних свитеров. Кстати, из этого видео вы можете взять идеи и задекорировать свои свитера самостоятельно. Это очень увлекательный процесс. И первый секонд-хенд, в который мы с вами отправимся за новогодним настроением, находится на проспекте Пятилеток, дом 8, корпус 1, станция метро Проспект Большевиков. Посмотрите, сколько здесь всего интересного и как аккуратно все развешено. Как вы уже поняли, это магазин 1000 брендов, мой любимый из питерских секонд-хендов, и скидка в этот день была 40%. С учетом скидки новогодние свитера, худи, толстовки стоили от 450 до 900 рублей в зависимости от модели. Я сегодня многое буду примерять на себя и покажу вам, как это смотрится. Надевать такие яркие нарядные свитера для многих уже стало настоящей традицией, но давайте сегодня выясним, откуда же пошла эта традиция. История всем полюбившихся свитеров уходит своими корнями в 19 век. В то время свитер вязали из натуральной шерсти с целью обогрева. Такая вещь была особо актуальна для рабочих и крестьян. Сегодня же свитера с новогодними принтами – неотъемлемый атрибут новогодней атмосферы.
Для рождественских свитеров характерны зимние узоры в скандинавском стиле. Снежинки, елки, горы, олени – все это создает ощущение праздника и уюта. Если верить современным источникам, знаменитые узоры впервые появились в долине Сетесдаль, расположенной в Норвегии. Женщины вязали свитера для своих мужей и даже не задумывались о единообразии узоров. Со временем в каждой местности возникли собственные традиции, и по узору на свитере можно было определить, откуда его владелец. Мировую известность норвежские свитера получили с популяризацией лыжного спорта в начале 20 века. В то время это был не просто предмет гардероба, скандинавские мотивы считались признаком человека высшего круга. А расцвет популярности жаккардовых узоров пришелся на 50-е годы. Свитера с оленями стали неотъемлемой частью гардероба каждого мужчины, следящего за модой. Толчком к этому стал выход в прокат кинофильма «Серенада солнечной долины» в 1941 году, культовой картины, которая стала символом джазовой молодежи. Главный герой фильма Джон Пейн повсеместно стал образцом для подражания. Именно он носил традиционный норвежский свитер с оленями. А мы с вами уже в примерочной. Мне очень понравилось это яркое укороченное худи с Микки Маусом. Выполнено оно из 100% хлопка, цена с учетом скидки 40% 750 рублей. Ну а во время показа примерки своих находок я продолжу рассказ об истории новогоднего свитера. В 80-х годах популярность рождественских свитеров начала неумолимо падать. В моде появились новые тренды, а смешной теплый свитер в качестве новогоднего подарка уже никого не удивлял. Тогда-то свитер с оленями и приобрел статус уродливого, который был закреплен в начале нового тысячелетия благодаря тематическим вечеринкам, где такой атрибут надевали ради потехи. Но в 21 веке свитеры с новогодними принтами пережили второе рождение благодаря хипстерской моде. В 2017 году певица Бейонсе начала продавать такие свитеры под собственным брендом. Сейчас магазины пестрят подобного рода свитерами, но только в секонд-хенде можно найти удивительные модели, которые редко где увидишь. Для тех, кто умеет искусно вплетать в свои образы юмор и иронию, это настоящая находка. Тематические фотосессии и вечеринки точно пройдут успешно. Ну а для более консервативных людей можно подобрать свитера с классическими зимними принтами и орнаментами, как это сделала я. На мне свитшот актуальной современной модели с посадкой оверсайз, с немного спущенной линией плеча и интересным зимним принтом. Рисунок стильный, ненавязчивый, легко подойдет к любому кажуальному образу и создаст нужное зимнее настроение. Это масс-маркет бренд, на бирке указан размер L, цена с учетом скидки 40% 900 рублей. Свитшот был абсолютно новый. Понравилась еще вот такая ярко-красная толстовка с принтом в винтажном стиле. Она еще и музыкальная, там где нарисована нотка, есть кнопка. Мне очень нравится эта иллюзия винтажного налета времени, хотя вещь абсолютно современная. На бирке указано «изготовлено в США». Эта вещь в идеальном состоянии, цена с учетом скидки 900 рублей. В следующем примеряю белый джемпер с новогодними аппликациями и декором в виде бусин и вышитых золотых звезд. Золотая отделка также есть на вороте, рукавах и по низу. Сочетание белого цвета и золота смотрится очень нарядно и празднично. Это большой размер 50-52, но все равно примерила, чтобы показать его вам. Цена со скидкой 750 рублей. Следующий джемпер по технике исполнения очень похож на предыдущий. Он тоже белого цвета, с аппликацией в виде саней Санты с оленями, есть месяц, звезды и отделка по вороту, рукавам и низу серебром. Это уже размер поменьше, на бирке указан L. Мне больше нравятся свитера с подобными спокойными, нейтральными, сказочными, волшебными принтами, нежели какие-то юмористические варианты. Но это уже сугубо личные предпочтения, все зависит от характера человека. Цена 900 рублей.
А этот нежнейший, мягчайший, пушистейший свитер в виде белого мишки моментально погружает в атмосферу зимней сказки. Идеальный вариант для нежных, уютных, женственных образов. Мне кажется, к этому пушистику отлично подошла бы воздушная, белоснежная фатиновая юбка длины миди. На бирке указан размер L, цена с учетом скидки 40% 750 рублей. Хоть это и полиэстер, но ткань невероятно приятная и мягкая на ощупь. И этот веселый добрый снеговик меня тоже не оставил равнодушной, хоть это и немножко не мой стиль, но все-таки решила примерить и показать его вам. Просто невозможно оставаться хмурым человеком, когда из зеркала на тебя смотрит такая милота. На бирке указан размер L, это 100% акрил, цена со скидкой 750 рублей. Примерила еще вот такую интересную, насыщенно красную фланелевую пижаму с новогодним принтом. Рубашка мне оказалась чуть-чуть маловата, последняя пуговка не застегнулась. Поймала себя на мысли, что у меня никогда в жизни не было новогодней пижамы. И мне захотелось найти что-то подобное своего размера. Сразу представляю себе уютное зимнее утро, за окном идет снег, чашка горячего ароматного кофе и новогоднее настроение. А еще, глядя на эту пижаму, мне вспомнилось начало легендарного старого фильма «Дневник Бриджит Джонс». Мне кажется, 100% попадание в образ из этого фильма. По составу это хлопок, она очень мягкая и приятная к телу. Цена с учетом скидки 40% 900 рублей. Скоро мы с вами отправимся еще в один секонд-хенд, а пока немножко отвлечемся от темы и прогуляемся по зимнему Питеру. А давай по новогоднему закону все ненужное оставим за спиной. Неприятные звонки по телефону, в одиночестве прошедший выходной, неожиданные беды и потери, все болезни, что пришли из-под тишка, и откроем в Новый год с улыбкой двери, свет в душе от новогоднего снежка. Мы возьмем с собой пакет идей блестящих, сумку радости, баулы доброты и друзей таких родных и настоящих. Не забудем прихватить свои мечты. В Новый год ворвемся с белой полосою, чистым снегом укрывая негатив, чтоб ценить людей с душевной красотою. Дворик внутреннего мира так красив. Мы забудем новогодние рецепты, позабудется и праздничный наряд. Только искренностью вы внесете лепту в Новый год, где строим планы наугад. А на елочке гирлянда так мигает, как надежда, что горит в сердцах людей. А давай поверим в то, что не бывает, и начнется год хороших новостей. Thank you.
Следующий секонд-хенд, в который мы с вами идем, находится по адресу Ленинский проспект, 119, станция метро Ленинский проспект. В этот день там тоже была скидка 40%. И сразу первое, что бросается в глаза, это новогодняя коллекция. На кассе есть еще различные новогодние мелочи. Всевозможные домашние тапочки, праздничные колпаки, наборы из шапок и перчаток. Например, вот такой абсолютно новый стоил всего 450 рублей. Я думаю, он детский, отлично подошел бы для новогоднего подарка. Тапочки, конечно, очень симпатичные. Я взяла большую тележку, и мы идем смотреть новогоднюю коллекцию. Товар здесь в основной своей массе не китайский, а произведен в Америке, поэтому качество, конечно, хорошее. И сразу находка, которая мне очень понравилась, возьму этот джемпер в примерочную. Здесь можно даже найти вот такие карнавальные костюмы. Никогда не примеряла ничего подобного. Понравилась вот такая зеленая толстовка с милым Микки Маусом, тоже возьму ее в примерочную. Только посмотрите на это зеленое великолепие, настоящий костюм новогодней елки. И вот такая детская милота с оленями. На детских вещах олени гораздо симпатичнее, чем на взрослых. Цена такой кофточки со скидкой 330 рублей. Это уже домашний, теплый и уютный свитшот со снеговиком. Красный джемпер с Сантой и пайетками. На ощупь я сразу почувствовала, что у этого джемпера отличный состав. И вот так он смотрится на мне. Вполне обычная модель и нейтральный принт с оленями. Как вы уже знаете, очень редко попадаются новогодние вещи с хорошим качественным составом. В основном это акрил и полиэстер, поэтому я была очень рада такой находке. На бирке указан размер M, и что самое интересное, оценили этот джемпер всего в 750 рублей, а со скидкой 40% он стоил 450 рублей. В составе 34% район, 23% нейлон, 21% шерсть, 18% хлопка и даже 3% кашемира. Следующим примеряю тот самый светлый джемпер, который мне очень понравился. Крайне редко попадаются такие минималистичные новогодние модели. Здесь мне очень понравилась серебристая надпись, ее шрифт и, конечно же, смысл. Лаконичный декор в виде невероятно блестящих снежинок трех видов тоже выше всяких похвал. И несмотря на то, что по составу это 100% акрил, я бы хотела иметь такую вещь в своем гардеробе. Только посмотрите, насколько качественно выполнена каждая деталь. Это американский бренд размер L, цена со скидкой 450 рублей. Этот свитшот мне тоже очень понравился своим цветом и принтом. Я бы купила в этом магазине очень много вещей, но уже стараюсь себя сдерживать, потому что размер багажа не бесконечен. Да и новогодних праздников не хватит, чтобы успеть поносить всю эту красоту. Хороший состав, 60% хлопка, 40% полиэстера, это размер M, поэтому сидит она довольно свободно. Цена 750 рублей. Следующий джемпер решила примерить, чтобы показать его вам, потому что это абсолютно не мой стиль. Слишком много здесь различных ярких деталей. Хотя, например, для какой-то тематической веселой фотосессии он подошел бы идеально. Кстати, такую аппликацию вполне можно сделать самостоятельно. Но проще, думаю, все-таки купить уже готовый вариант. Свитер был абсолютно новый, с биркой, и стоил он когда-то 54 доллара. А сейчас его цена с учетом скидки 40% всего 900 рублей. Следующая моя находка – это домашний теплый уютный свитшот со снеговиком из пайеток. По составу это 100% полиэстер, но ткань невероятно приятная к телу и очень мягкая. Это размер L, и стоил этот свитшот со скидкой 900 рублей. Ну и, конечно, я просто не могла не примерить это елочное великолепие. Этот свитер очень большого размера, поэтому на мне смотрится немного не так, как нужно. Чем мне особенно нравится секонд-хенд 1000 брендов, так это тем, что здесь можно найти различные размеры. Кстати, такой декор можно легко сделать своими руками. Цена этого свитера 900 рублей.
И еще вот такой карнавальный вариант «Ангел и дьявол, добро и зло». Чего только не придумают, всегда удивляюсь новогодним фантазиям. Стоил этот свитер с учетом скидки 570 рублей. Следующий свитер с Сантой тоже большого размера, на бирке указано 2XL 19 размер. Эта вещь тоже абсолютно новая и выполнена очень качественно. Стоил он в этот день 900 рублей. Решила примерить еще и этот новогодний костюм. Похоже на костюм эльфа, но точно я в этом не уверена. Может быть даже какая-то сказочная армия, мне кажется, не хватает еще головного убора и барабана с палочками. Платье было абсолютно новое, с биркой, это размер M, и стоило оно когда-то $32.99. И даже такие необычные вещи можно найти в секонд-хенде. В этом секонд-хенде я купила целых два новогодних свитера, и сейчас покажу вам образы, которые у меня с ними получились. Вот так стал выглядеть ярко-красный джемпер с оленями. Его даже не пришлось приводить в порядок, только постирать, потому что он был в идеальном состоянии. Решила надеть с ним в комплекте серую трикотажную юбку в рубчик длины миди. Серый цвет идеально подошел в тон мордочек оленей на джемпере. Мне кажется, это выглядит как настоящий теплый зимний уютный комплект. Но самое главное преимущество – это качественный натуральный состав. Серая юбка также отлично подошла и к белому джемперу со снежинками, которые я тоже купила в Питере. Сюда бы еще хорошо подошла серебристая юбка плиссе, но пока мне такую найти не удалось. И, конечно, самый простой вариант, с которым можно сочетать новогодний свитер, это обычные джинсы. Как видите, вариантов может быть много, главное проявить фантазию. Ну а у меня получился вот такой уютный зимний комплект. С этим джемпером можно сделать еще более нарядный образ, добавив к нему бархатную юбку плиссе. Юбка насыщенного темно-синего цвета, очень красивого оттенка. Мне нравятся переливы от темного к светлому, которые играют при различном освещении. Она очень гармонично сочетается со светлым цветом джемпера, он скорее не белый, а молочный. К этому образу идеально подошли серебристые туфельки Золушки с перехлестным ремешком. Это моя находка прошлого года. Кстати, юбку я тоже купила в секонд-хенде еще прошлой зимой. Для того, чтобы образ получился по-настоящему новогодним, праздничным, не обязательно использовать только лишь свитера с оленями и снежинками. Можно взять вполне классические модели, но при этом умело пользоваться сочетанием новогодних красок. Традиционно это изумрудно-зеленый и красный, а если еще и клетка присутствует, то это 100% новогодние ассоциации. Свитер, который вы сегодня на мне видите, это моя недавняя находка секонд-хенд. К нему идеально подошла моя уникальная находка – винтажная юбка от бренда Burberry. Посмотрите, как качественно она выполнена, каждая клеточка симметрична. Юбка длинной миди с высокой посадкой, сзади и спереди на ней есть складки. По составу это 100% шерсть, ткань очень плотная, структурированная, хорошо держит форму, но несмотря на это довольно мягкая и приятная к телу. Купила я эту юбку совсем недавно, всего за 350 рублей, причем даже не в день завоза, а в день скидки 30%.
Свитер тоже обошелся мне в 350 рублей. Он переливается и блестит, потому что в составе есть 10% металлизированной нити. Также в составе есть 40% ангоры и 25% шерсти. Мне кажется, этот свитер с красивым декольте, с оголенными плечами и винтажная юбка составили отличный комплект. В клетке есть изумрудно-зеленые полоски, которые и создают то самое новогоднее настроение в сочетании с красным цветом. Юбка оригинальная, это видно по бирке и по качеству исполнения. Все швы ровные, аккуратные, клеточки сходятся. Это винтажный Burberry, поэтому на бирке еще указано Burberry's. Вот так этот свитер выглядел в секонд-хенде, он был в хорошем состоянии, не считая небольшого количества катышков. Это немецкий бренд Aust, они производят очень качественную одежду. Здесь можно увидеть цены на изделия от этого бренда. Покажу вам еще одну очень качественную шерстяную находку. Это пуловер из 100% шотландской шерсти насыщенного глубокого винного цвета. Этот образ уже простой, кэжуальный. Я сочетаю пуловер с обычными темно-синими джинсами. Этот комплект, джинсы и пуловер, я купила в секонд-хенде в один день. Джинсы актуальной модели, прямые, с высокой посадкой. Это масс-маркет бренд Monki, они были в состоянии новые вещи. Пуловер от немецкого бренда Hess Natur. Эту компанию можно по праву назвать основательницей эко-моды. Она имеет довольно интересную историю, которая началась в 1976 году. Прекрасный семьянин, отец, рьяный защитник окружающей среды Хайнц Хесс решил, что для его новорожденного сына нет подходящей экологической одежды и создал компанию Hess Natur. Здесь можно увидеть цены на экологически чистые изделия от этого бренда. Они варьируются от 100 до 200 евро в зависимости от состава. И для такого качества это более чем приемлемые цены. А купить в секонд-хенде за копейки подобную вещь – это просто подарок. Очень приятно, что в нашей современности есть такие компании, которые ответственно относятся к природе, к окружающей среде и к здоровью человека. Добавляю к этому простому скромному комплекту яркий акцентный шарф в клетку. Он тоже выполнен из 100% шерсти. Все эти три вещи я купила одновременно, комплект родился прямо в секонд-хенде. В нем я как раз таки почувствовала тот самый дух Нового года и Рождества. Зимний, уютный, теплый образ, создающий настроение. Достаточно всего одной яркой акцентной детали, в данном случае это клетчатый шарф, чтобы оживить образ и придать ему нужное настроение. Добавьте сладоветочку ароматной ели, коробку с подарками, яркую горящую гирлянду и вот оно, ощущение праздника. Ну а я вернусь к бренду Hess Natur, это действительно уникальная компания. Они используют только ткани и материалы природного происхождения. При производстве применяются методы, безвредные для здоровья людей. С 1991 года компания выращивает самостоятельно органический хлопок и лен. Все шерстяные изделия изготавливаются из экологически чистых волокон, которые получают от специально выращенных овец. Этот пуловер произведен в Шотландии из экологически чистой шерсти. Это несравнимое удовольствие держать в руках подобного рода вещи. Шерсть очень мягкая, приятная, плотная и упругая. Свитер был в отличном состоянии. Я купила его на скидке 80% за 260 рублей. Роскошный шарф из натуральной шерсти с учетом скидки стоил 110 рублей. И джинсы в идеальном состоянии стоили 240 рублей. В итоге весь этот образ целиком обошелся мне в 610 рублей. Хочу вас еще пригласить прогуляться для вдохновения по небольшому магазинчику посуды и домашнего декора, который находился прямо рядом с моим отелем. Здесь можно найти различные мелочи для создания домашнего уюта и новогодней атмосферы. Кстати, наступающий Новый год будет как раз-таки покровительствовать семье и домашнему очагу. Это будет год черного водяного кролика, который бывает только один раз в 60 лет. Астрологи уверены, что милый и безобидный обидный символ сделает 2023 одним из самых счастливых и спокойных за последние десятилетия. Ну а как будет на самом деле, мы сможем узнать, только прожив этот год.
Чего же ждать от этого пушистого зверька в 2023 году? Покой и стабильность, постоянство и уравновешенность. Год не будет нервным, многие переживания останутся в прошлом. Укрепление родственных, семейных связей, рождение детей, заключение браков, согласие и мир, никаких разногласий и скандалов, только компромиссы и уступки. Встречаться, мириться, жениться, рожать и воспитывать детей, путешествовать, строить карьеру – вот чему стоит посвятить грядущий год. Так говорят звезды и астрологи, и очень хочется верить в этот замечательный прогноз. Наши мысли всегда материальны, поэтому давайте настраиваться только на хорошее. Мне кажется, нет такой девочки, которая бы не хотела блистать в новогоднюю ночь и чувствовать себя неотразимой. Каждый год мы с нетерпением ждем этого волшебного праздника, готовимся и выбираем наряды. Будь то скромный праздник в семейном кругу, торжество в ресторане, вечеринка с друзьями или на природе, но выглядеть в новогоднюю ночь хочется всегда по-особенному. Для новогоднего наряда не существует никаких правил. Об этом я уже вам говорила. Только полет вашей фантазии. Но все-таки есть определенные моменты, учитывая которые, образ будет просто сногсшибательным и произведет невероятное впечатление. Есть ткани и фактуры, которые подсознательно ассоциируются у нас с зимой и новогодними праздниками. Например, такой роскошный материал, как бархат. Многие незаслуженно обходят его стороной, но бархат сейчас очень актуален. Хотя, конечно, это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Даже самая простая вещь, например, обычная классическая юбка, выполненная из этой роскошной ткани, будет выглядеть по-королевски и добавит к образу вечернюю нотку. Я очень люблю бархат еще и за то, что он невероятно комфортный в носке. На мой взгляд, это одна из самых лучших тканей для пошива вечерней одежды. В магазинах представлено большое разнообразие бархатных платьев. Например, вот такое красное от бренда Guess с красивыми драпировками. Но цены, конечно, кусаются, особенно для наряда на одну новогоднюю ночь. Также актуален бархат с принтом в винтажном стиле, как, например, это интересное платье. Давайте все-таки попытаемся найти более доступные бархатные платья в секонд-хенде. В магазине 1000 брендов мне попалось целых два варианта. Вот такое роскошное ярко-синее, очень красивого оттенка, с актуальными драпировками. Мне кажется, этот вариант нисколько не уступает тому, который мы видели в ГЭС, но цена гораздо приятнее. Со скидкой 40% оно стоило всего 570 рублей. Конечно, примерять такие платья нужно с изящными женственными туфельками, а не с грубыми ботинками. Но с собой, к сожалению, туфли я не беру, особенно в Питер зимой, поэтому приходится так. Платье было в состоянии новой вещи, практически как с магазина. Мне очень понравился его роскошный насыщенный цвет. Вообще переливы бархатной ткани ни с чем не сравнимы. Бархат – это король тканей и ткань королей. Он всегда был символом достатка, преемственности и преклонения. Первыми оценили красоту бархата жители Апеннинского полуострова, затем французская знать, а уже за ними – англичане и русские. Одни приписывают технику изготовления бархата китайцам, другие – ткачам Древней Индии, но как бы то ни было, бархат пришел в Европу с востока в 12 веке. Бархат оценивался наравне с редкими ювелирными украшениями. Из него шили праздничные одеяния, королевские особы и придворная знать, высшие иерархи церкви. Их наряды украшались золотом и серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Бархат средневековья был слишком плотным и тяжелым, и в нем было очень сложно передвигаться. Но в 18 веке, благодаря современным технологиям, появляется новый бархат, более тонкий и, соответственно, более дешевый. Роль бархата в истории человеческих страстей оказалась наравне со страстью к драгоценным камням и металлам. 20 век с его свободой и демократией, казалось бы, должен был отказаться от королевской ткани, воплощающей аристократизм. Но новые технологии сделали бархат еще более роскошным и доступным. В 1938 году публика могла бы удивиться. Знаменитая мадмуазель изменила своим принципам и создала костюм из бархата.
За Шанель последовали и другие знаменитые кутюрье – Скиапарелли, Бальмен, Роша, Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье и многие другие. Будем шить мне платье. Из портьер мисс Эллен? Этому не бывать, пока я жива. Не будь скупердяйка, Мэми, это теперь мои портьеры. Я еду в Атланту добывать $300 и хочу выглядеть королевой. Бархат дает нам ощущение королевской роскоши, и он не собирается покидать подиумы, продолжая свое победное шествие, как и сотни лет назад. Шикарное платье. Надоело видеть женщин в лохмотьях. Повернитесь. О, вид у вас аппетитный и процветающий. Еще одно платье, которое мне попалось, тоже синего цвета, но уже более глубокого, темного и насыщенного оттенка. Это классическое платье с запахом, такие всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Модель по сути очень простая, ничего лишнего, но за счет роскошной бархатной ткани и королевского синего цвета выглядит очень нарядно и торжественно. И стоило оно так же, как предыдущее, со скидкой 40%, всего 570 рублей. Я вам показала пример того, что в секонд-хенде реально найти достойную альтернативу за смешную цену. Не всегда, конечно, за один поход, но вполне возможно. С чем еще у нас ассоциируется Новый год? Конечно же, с всевозможным блеском: пайетки, стразы, металлизированные фактуры, золото, серебро, перья, бахрома, прозрачность, сетка, кружево, воздушный фатин, всевозможные юбки-пачки, оборки, драпировки, разрезы, асимметрия, бельевой стиль, необычный крой – все это сейчас в тренде. Классику жанра, например, маленькое черное платье или классический брючный костюм, тоже никто не отменял, только в 2023 году они обязательно должны быть с изюминкой. Не забываем про аксессуары, они могут играть ключевую роль в образе. Например, даже самое обычное платье может заиграть по-новому в дуэте с роскошными сережками или колье. И, конечно, самое главное в образе – это улыбка, отличное настроение, красивый макияж и укладка. Без этих составляющих даже самый роскошный наряд будет смотреться уныло и неинтересно. И напротив, если вы ухожены и в отличном настроении, то даже самый банальный наряд будет украшен вашим светом и волшебством. Это действительно так. Давайте сегодня вместе насладимся новогодним великолепием магазинов. Посмотрим на весь этот предпраздничный блеск и сияние пайеток.
Обожаю ходить по новогодним магазинам. Все так и сияет, эмоции невероятные. И даже если вы заядлый любитель секонд-хендов со стажем и не признаете обычные магазины, то все равно не отказывайте себе в удовольствии пройтись по торговому центру и насладиться этой предпраздничной атмосферой. Для нас, девочек, очень важна красота и эстетическая составляющая. От этого мы получаем вдохновение. Но знаете, ходя по обычным магазинам, я все чаще ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется там купить, хотя я могу позволить себе покупку в любом из этих магазинов. Многие ошибочно полагают, что в секонд-хенды люди ходят, потому что не могут позволить себе лучшего. На самом деле это не так, и многие сейчас со мной согласятся. Основная масса посетителей секонд-хендов – это люди состоятельные, но умеющие считать деньги и знающие толк в качестве и брендах. Это люди, которые ищут что-то уникальное, интересное, необычное, возможно, винтажное, не как у всех, они просто хотят сэкономить. Почему мне не хочется ничего купить? Сейчас, идя по обычному магазину и видя, что продают, я понимаю, что мой гардероб, составленный по крупицам из находок секонд-хенд, гораздо лучше того, что представлено в современном масс-маркете. Ну а если сравнивать с люксовыми бутиками, то вещи там, конечно, хорошие, но цены заоблачные. Я не вижу смысла тратить такие деньги на одежду. Это всего лишь одежда, не нужно придавать ей такое значение, не нужно работать только чтобы одеваться. И даже если взять, например, новогодние наряды, их не так уж и много в магазинах, а город очень большой, и не факт, что, например, на рабочем корпоративе никто не придет в точно таком же платье, и это будет фиаско. Да даже посмотрите на блогеров, которые показывают одни и те же вещи в одних и тех же магазинах из видео в видео. Это просто уже скучно и неинтересно, и об индивидуальности можно забыть. Поэтому мы с вами используем магазины для вдохновения, ходим, смотрим, впитываем, наслаждаемся, получаем эстетическое удовольствие, а потом идем в секонд-хенд и покупаем для себя уникальные, эксклюзивные вещи, чтобы быть индивидуальными, не похожими на всех остальных. Да, вам не попадутся такие же вещи, как мне, да и вкусы у всех разные, и фигуры, но при просмотре подобного рода видео у вас включается другого рода мышление, ваша фантазия, и в секонд-хенд вы уже идете с другим настроением, вдохновленные, знаете что-то о качестве, о брендах и уже предполагаете, что можете найти. И я уверена, что каждая из вас рано или поздно, а в секонд-хенде только так, вовремя никогда не бывает, обязательно найдет хорошие вещи, которые подойдут именно ей, и она получит от этого удовольствие. В общем, я как всегда отвлеклась, давайте все-таки вернемся в секонд-хенд и посмотрим, что интересного, праздничного мне удалось найти в этот раз. Это снова 1000 брендов, но здесь уже будет сборная солянка из новогодних находок всех магазинов этой торговой сети. Попалось вот такое невероятное золотое роскошное платье в пайетках. Это 100% вечерний вариант, идеальный крой и длина в пол. Причем модель, которая никогда не выходит из моды. Мне кажется, это платье вполне достойно красной ковровой дорожки. Очень жаль, что не мой размер. Оно было совершенно новое с биркой и стоило со скидкой 40% 1170 рублей. И теперь представьте на секундочку, сколько подобное платье может стоить в магазине. Следующая моя находка – это черный вечерний комбинезон. Тоже отличный вариант для вечернего празднования Нового года. Смотрятся такие модели очень эффектно, но вот для меня в носке крайне неудобны. Мне, в принципе, понравилось, как на меня сел этот комбинезон. Если бы сюда добавить еще туфли на высокой шпильке, то было бы идеально. Он тоже был совершенно новый, с биркой, и стоил с учетом скидки 40% всего 900 рублей.
Пайетки – это всегда беспроигрышный новогодний вариант. Они окружают блеском и сиянием и создают то самое праздничное настроение. Казалось бы, вполне обычная блуза, но за счет пайеток она смотрится невероятно нарядно. Можно добавить к этому образу обычные классические брюки или юбку. И даже обычные джинсы будут смотреться вполне гармонично и не смогут убрать этот праздничный флер. Блуза от бренда River Island – это 8 размер. Цена со скидкой очень приятная – всего 450 рублей. И уже в следующем секонд-хенде мне попалось вот такое маленькое черное платье. Оно совершенно простое, длинный мини, верх тянется на резинке, поэтому оно хорошо сидит. Единственная его акцентная деталь – это отделка пайетками. Ткань двухслойная, верхний слой – это прозрачный шифон. Помимо всего прочего, платье очень комфортное в носке и не сковывает движение. Как по мне, так идеальный минималистичный вариант для празднования Нового года. Несмотря на всю его простоту, смотрится оно очень празднично и нарядно. Я бы добавила к нему еще золотистые или черные босоножки с тонкими ремешками. И цена со скидкой, конечно, смешная, всего 450 рублей. Следующее платье красивого, насыщенного, темно-бирюзового цвета. Лиф отделан блестящими, переливающимися пайетками. Само платье выполнено из не очень качественной синтетической ткани. На меня оно маловато, сидит впритык, хотелось бы на размер побольше. В целом смотрится неплохо, но качество, конечно, оставляет желать лучшего. Ну и цена этого платья, конечно, бьет все рекорды. С учетом скидки 40% всего 210 рублей. Где еще сейчас можно купить нарядное платье за 200 рублей? Секонд-хенд еще хорош тем, что здесь можно подобрать наряды к тематическим вечеринкам. Например, это платье отлично смотрелось бы, на мой взгляд, в образе 20-30-х годов. Нужно просто дополнить его правильными аксессуарами. Мне оно велико, я его сзади зацепила, примерила, чтобы показать его вам. Платье очень изящное, утонченное и элегантное. Отделка пайетками и бисером здесь очень деликатная и ненавязчивая. Она создает легкое, благородное мерцание. Мне очень понравилось это платье, выполнено оно качественно. Цена с учетом скидки 570 рублей. Платье – это не ходовой товар в секонд-хенде. Покупают их не так часто, поэтому и цены такие доступные. Но в цвет этого платья я влюбилась с первого взгляда. Нежный, приятный оттенок сиреневого, все как я люблю. Кстати, платья с корсетными лифами сейчас очень актуальны. Здесь лиф очень плотный, структурированный, держит форму и выполнен в складку. Юбка воздушная, легкая, верхний слой выполнен из прозрачного шифона, а на талии красивый декор. Всего одна маленькая деталь, но она делает это платье очень изящным и женственным. Добавим сюда серебристые босоножки с тонкими ремешками и получится идеальный новогодний образ. Мне платье оказалось немного велико в груди, сидит очень свободно. Посмотрите на эту вышивку, она невероятно нежная и сверкающая. Платье было абсолютно новое, со всеми бирками, это бренд My Queen Couture, произведено в США. Цена этого роскошного платья с учетом скидки 750 рублей. И еще один корсетный вариант очень красивого приглушенного фиолетового цвета. Это платье уже более лаконичное, здесь нет абсолютно никакого декора, кроме изящно выполненной драпировки, которая украшает лиф. Юбка асимметричная, сзади платье идет на удлинение. Здесь тоже жесткий корсетный структурированный лиф, который хорошо держит форму и выстраивает силуэт. Отсутствие каких-либо украшений на платье позволяет добавить сюда яркие акцентные аксессуары, например, серьги и колье. Цена этого платья с учетом скидки 450 рублей. Ну а следующая моя находка достойна настоящего королевского приема. Очень элегантное и женственное платье-футляр из атласной ткани. Мне очень понравилось, как выполнено декольте. Драпировки делают акцент на талии, и силуэт получается более утонченным.
На ногах в дуэте с этим платьем просто обязаны быть изящные лодочки. Тогда оно будет смотреться абсолютно по-другому, нежели с моими грубыми неподходящими ботинками. Роскошное платье от бренда Tahari, на бирке указано, что произведено оно во Вьетнаме. Ткань очень плотная и качественная, выглядит дорого. Цена этой шикарной вещи 570 рублей. И еще одно мини-платье насыщенного фиолетового цвета с синеватым подтоном. У этого платья очень интересно выполнен лиф, я называю эту форму русалочка. Различные драпировки и нестандартные формы сейчас очень актуальны. На мой взгляд, это платье тоже стало бы достойным нарядом для празднования Нового года. Неважно, какое платье вы выберете, тут уже на вкус и цвет, самое главное – это подача. В секонд-хенде вполне можно найти модели, соответствующие современным тенденциям, которые будут выглядеть актуально. Это платье с учетом скидки стоило всего 330 рублей. Мне понравилось еще вот такое простое платье, выполненное из сетки. Сетка и прозрачность – это настоящий тренд сезона. Такое платье подойдет как для повседневной носки, так и для нарядных праздничных образов. Нужно только дополнить его правильными аксессуарами. Яркие объемные серьги, блестящие туфельки Золушки, и это платье заиграет по-новому. Выполнено оно качественно, мне очень понравился насыщенный синий цвет. Но размер, к сожалению, мне оказался велик. На бирке указано, что это размер M, но сетка очень эластичная и тянется. Поэтому вещи из такой трикотажной сетки можно смело выбирать на размер меньше. Стоило это платье с учетом скидки 570 рублей. Можно взять совершенно обычные вещи и обыграть их очень нарядно, добавив правильные аксессуары. Покажу вам еще несколько находок, на мой взгляд, имеющих потенциал. Вот такой бежевый пуловер с полосками из золотых пайеток. Наличие пайеток на любой, даже самой обычной вещи сразу же делает ее праздничной. Помимо всего прочего, здесь еще и очень хорошее качество, 75% района в составе. Пайетки абсолютно не чувствуются, не колятся, ткань очень приятная к телу. Если добавить классические черные брюки с высокой посадкой и туфли на шпильке, то получится вполне вечерний образ. Пуловер был в идеальном состоянии, все пайеточки на месте и стоил с учетом скидки 40% 450 рублей. Еще одна блестящая находка, которая вполне подойдет для праздничного образа. Если честно, камера не передает и сотой доли всего этого сияния. Пайетки просто невероятно искрятся на свету. Такая вещь сама по себе яркая и акцентная, и низ сюда подойдет любой абсолютно нейтральный. Черные классические брюки или юбка смотрелись бы идеально. И даже особых украшений не потребуется, скромных сережек будет вполне достаточно. По составу 100% акрил, цена с учетом скидки 570 рублей. Мне кажется, в этот день я собрала все пайетки, которые только было возможно. Очень красивый свитер с высоким воротом насыщенного винного цвета. Он украшен пайетками в тон, разбросанными по всей поверхности. Цвет идеально соответствует новогодней тематике, и блеск тоже 100% попадание. Это очень качественно выполненная вещь, в составе есть 75% вискозы. Цена с учетом скидки 450 рублей. Даже не верится, что можно составить очень стильный новогодний образ за такую смешную сумму. Жаль, что я не могу вам показать все эти вещи в готовых образах. Ну а следующая находка просто мега трендовая. Это простой свитшот белого цвета, но с интересными акцентными деталями. Сами плечи выполнены необычно, они жесткие, структурированные, держат форму, и там есть подплечник. Все мы знаем, что широкие плечи, акцент на плечах – это сейчас очень актуально. И плюс к этому еще трендовая бахрома, украшенная стразами. Некоторые находки в секонд-хенде меня просто удивляют. Откуда там могут взяться такие современные, мега актуальные вещи? Стоила такая красота всего 570 рублей. Были незначительные дефекты, совсем незаметные в носке, кое-где часть полосочек страз была оторвана.
в двух или трех местах совсем незначительно. Бахрома обрамляет весь рукав и спереди, и сзади. Смотрится это просто волшебно. Абсолютно минималистичный простой свитшот и такие яркие детали. В следующей находке я тоже увидела потенциал. Она вполне могла бы стать праздничным нарядом. Это винтажный кардиган с золотыми пуговицами и очень красивым принтом. Бело-синие ромбы пересекают золотые цепи. Само это сочетание белого, темно-синего и золотого уже выглядит очень благородно и торжественно. По бирке видно, что вещь винтажная, выполнена из 100% хлопка. Такой кардиган идеально смотрелся бы с белыми классическими брюками палаццо с высокой посадкой или белой юбкой плиссе. Также можно составить сочетание с темно-синим и золотым. Цена 570 рублей. У меня было такое ощущение, что в 1000 брендов свезли все тренды этого года. Рваные края, дыры – это сейчас снова очень актуально, особенно на трикотажных вещах. Этот пуловер смотрится очень стильно благодаря такому оформлению. Достаточно добавить яркие аксессуары, красивые туфли, и новогодний образ будет готов. На бирке указано, что это размер XS, у него посадка оверсайз. Сидит он довольно свободно. Тренды в этом секонд-хенде оценивают недорого, и этот пуловер стоил 330 рублей. И даже обычный черный свитер можно сделать вполне праздничным нарядом. Мне этот свитер понравился в первую очередь своим качеством, это 100% шерсть, и своим кроем. У него очень современная, актуальная модель и даже рукав правильный, удлиненный. Он вполне нейтральный, и чтобы вписать его в праздничный образ, нужно добавить какую-то акцентную деталь, например, необычные брюки с пайетками. На бирке указан размер L, изготовлена в Гонконге. Шерсть очень плотная, качественная, свитер был в идеальном состоянии. Такая шерсть точно прослужит очень долго и на ней не будет катышков. Стоил он 570 рублей. И еще один нейтральный базовый вариант, который можно взять за основу нарядного образа. Черный цвет у нас уже был, теперь белый. Трикотажные изделия с такими открытыми плечами и отворотом сейчас очень актуальны. Если вам попадается что-то подобное в секонд-хенде, то обязательно присмотритесь к таким вещам. Сочетать можно абсолютно со всем. За счет красивого декольте вещь сама по себе выглядит уже нарядно. Вещь абсолютно новая, с биркой, размер N, цена 570 рублей. И уже в следующем секонд-хенде на Народной 15 мне попался вот такой интересный джемпер. Декор в виде пушистых помпонов создает то самое уютное зимнее настроение. Этот джемпер от бренда Banana Republic, на бирке указано, что это размер XL. В составе 61% экстра-мягкой мериносовой шерсти. Конечно, на ощупь он мягчайший и приятнейший, качество говорит само за себя. Цена со скидкой 570 рублей. И еще одна находка с намеком на атмосферу праздника. Джемпер от бренда Zara, расшитый жемчужными бусинами. Правда, состав оставляет желать лучшего, это 100% акрил, цена с учетом скидки 40% 570 рублей. Этот джемпер напомнил мне об одной роскошной вещи, которая есть в моем гардеробе. Чуть позже я вам ее покажу в новогодних образах, обязательно досмотрите до конца. Примеряю я эту кофту с черной бархатной юбкой длины макси. Мне очень понравился ее крой, высокая посадка и фактура бархатной ткани. Не могу объяснить, но что-то меня в этой юбке привлекло среди всех остальных вещей. Я еще даже не знала, с чем буду ее сочетать, но сразу решила купить. Так бывает, что внутренне чувствуешь, когда вещь тебе идеально подходит. Может быть, это навеяно атмосферой Питера, хочется чего-то винтажного, необычного. Эта юбка как раз-таки произвела именно такое впечатление. Решила примерить ее еще вот с такой пушистой укороченной кофтой. Раньше это называлось травка, и сейчас такая вязка снова актуальна. В масс-маркете продается много подобных вещей. Но само собой в секонд-хенде можно купить гораздо дешевле. В общем, из всего многообразия вещей, которые я вам сегодня показала, купила я только эту бархатную юбку, которая стоила 360 рублей с учетом скидки. Меня уже сложно чем-то удивить в секонд-хенде, можно только зацепить внутренне.
а эта кофта-травка была абсолютно новая, стоила она когда-то $44. А сейчас в секонд-хенде ее цена 750 рублей. Когда надеваешь бархат, как будто прикасаешься к истории. Такие вещи всегда носят немножко винтажный характер, даже если они вполне современные. И если это, например, юбка, как в моем случае, то очень важно, с чем ее сочетать и как правильно стилизовать. Бархат – это довольно сложная ткань, и сочетается она далеко не совсем. Но как раз-таки в моем гардеробе было очень много вещей, которые ждали появления именно такой юбки в винтажном стиле. На мой взгляд, с бархатом идеально сочетается натуральный шелк. Это поистине королевское сочетание. Шелк может быть с атласным блеском или, например, шифоновым прозрачным. Тоже будет смотреться хорошо. Еще мне нравится, как смотрится бархат с вязаными вещами, особенно с кашемиром. В общем, у меня появилось очень много идей, которые я вам сегодня покажу. Совсем не обязательно покупать большое количество вещей для создания новогоднего образа. Это может быть всего лишь одна, но очень акцентная вещь или аксессуар. Я думаю, если хорошо углубиться в шкаф, то у каждой девочки обязательно найдутся такие вещи, которые до сих пор ждут своего часа. Ведь праздничные вещи мы надеваем максимум 1-2 раза, а потом они просто пылятся на полках. И мне всегда так обидно, что их некуда надеть, просто не представляется случая. Поэтому сегодня я хочу дать вторую жизнь своим вещам, которые уже есть у меня в гардеробе. Покажу вам более 10 нарядных праздничных вечерних образов с юбкой за 360 рублей, которые выглядят по-королевски на миллион. И первый образ я составила с роскошной шелковой блузой кофейного цвета. Она идеально подошла к черной бархатной юбке за счет того, что на манжетах и вороте есть отделка черного цвета. Модель блузы актуальная, такие ленты сейчас модно носить распущенными, не завязывая в бант. К образу я добавила немного блеска в виде ярких акцентных сережек. Цвета приглушенные, но за счет фактуры бархат и шелк смотрится очень празднично. Сюда я добавила еще необычные яркие лодочки на шпильке. Вот такие маленькие детали черного цвета на блузе соединяют ее с юбкой в единую картину. Вот такой скромный, элегантный, женственный образ у меня получился. Сочетание бархата и шелка выглядит очень дорого и статусно. Качество вещей говорит само за себя. Их не нужно ничем украшать, они сами по себе являются украшением. Минимализм и сдержанность – это основа вечной классики. Туфли от бренда Mango – это тоже находка секонд-хенд, купила я их очень дешево, на большой скидке. Многие спрашивают в комментариях про украшения, это обычная бижутерия, заказывала я эти серьги на Wildberries. Цена в районе 600 рублей. Шелковая блуза – это находка секонд-хенд, приобрела я ее примерно год назад, и она долго ждала своего часа. Раньше цены на шелк были смешные и стоила она в районе 300 рублей, точно я уже не помню. Шелк очень качественный, в составе есть 9% эластана, поэтому он немного тянется. Мне очень нравится шелк с таким атласным блеском. Это премиальный бренд Gigelli Coulter. Следующий образ я составила тоже с шелковой блузой, но здесь уже совсем другое настроение. Это блуза воплощения дорогой роскоши. Во-первых, конечно, атласный шелк высочайшего качества, благородного золотого цвета. Есть разные оттенки золота, и этот как раз-таки выглядит дорого и не вульгарно. Самая главная изюминка этой блузы, она расшита мириадами кристаллов Сваровски, которые сверкают как настоящие звезды. Они также имеют золотистый оттенок в тон блузы. Кристаллы очень качественные, и одна лишь пара сережек с подобного рода камнями будет стоить совсем недешево. А на блузе таких кристаллов целых 32. Это просто невероятная находка. Модель блузы классическая, с рубашечным воротником, такая точно не выйдет из моды и будет всегда актуальна.
Черный и золотой, бархат и шелк – это невероятно гармоничное сочетание. Сегодня с этой юбкой я покажу вам не только классические образы, будут и очень даже необычные, поэтому обязательно досмотрите до конца. Когда я покупала эту юбку, то даже не могла предположить, что у меня получится столько различных сочетаний. Но, видимо, все-таки интуиция подсказала мне, что ее нужно купить. Иначе эти роскошные блузы так и остались бы без достойной пары. В этом образе я использовала золотые серьги с барочным жемчугом, одни из моих любимых. Блуза выполнена из 100% натурального шелка высочайшего качества. Судя по бирке, она винтажная, и в наше время шелк такого качества уже вряд ли удастся найти. Только посмотрите, как переливаются эти восхитительные камни. Камера не передает и сотой доли этого волшебного блеска. Переливы самого шелка тоже не менее прекрасны. Стоила эта блуза также в районе 300 рублей больше года назад. Ну а эту блузу вы уже видели в одном из самых первых моих выпусков. Сегодня у нее второе рождение в абсолютно новом образе. Это люксовая находка от бренда Versace, 100% оригинал. Мне очень нравится анималистичный принт этой блузы и очень лаконичный крой. С бархатной юбкой получился идеальный дуэт. В составе блузы 94% шелка и 6% эластана, за счет чего она слегка тянется. Золотые пуговицы с символикой бренда «Медуза» и «Рондонини» – это настоящее украшение, как вишенка на торте. Мне кажется, если внимательно перебрать шкаф, то у многих любителей находок секонд-хенд обязательно найдется красивая шелковая блуза, которая может дополнить новогодний образ. Такой наряд вполне будет уместен как на новогоднем корпоративе, где нужно выглядеть статусно и сдержанно, так и в торжественной обстановке ресторана в новогоднюю ночь. А можно просто порадовать своих близких элегантным образом в теплом семейном кругу. Все зависит только от вашего настроения. Покажу вам, как выглядит эта роскошная блуза в деталях. Рассматривать, как выглядят вещи от таких премиальных брендов, это особое удовольствие. Даже на ткани ненавязчиво присутствует название бренда, которое органично вплетено в общую композицию принта. Про пуговицы я уже говорила, что это настоящее произведение искусства. И даже потайные пуговички тоже брендированы. Все бирки с указанием бренда были на месте. Указано, что изготовлено в Италии. Присутствуют все номерные знаки, и судя по внутренней бирке и ее шрифту, блуза винтажная. Следующий образ я составила также с блузой из 100% шелка благородного темно-синего цвета. Достаточно всего лишь новой блузы, чтобы образ кардинально поменялся и приобрел совершенно другое настроение. С таким холодным синим оттенком идеально будет сочетаться серебряный цвет. Этот клатч вы уже видели в прошлом новогоднем выпуске, он у меня припасен для особых торжественных случаев. Серьги, клатч, небольшой кристалл на шее – эти яркие детали дополнили образ и сделали его более гармоничным. Также сюда отлично вписались серебристые туфельки. Пуговицы на блузе тоже серебряного цвета. На этой блузе не было никаких опознавательных знаков, скорее всего, это ручная работа. Шелк очень плотный, превосходного качества, и в нем тоже присутствует небольшой процент эластана. Ну а следующий мой образ – монохромный, лаконичного черного цвета. Это мерцающая минималистичная блуза красивого кроя, редкая находка от бренда Dolce & Gabbana. К тому же она еще и винтажная, это 100% оригинал, об этом говорят все опознавательные знаки. Несмотря на то, что образ в едином черном цвете, смотрится он роскошно из-за сочетания различных фактур. Блуза имеет очень деликатное мерцание. На вид кажется, что это синтетика, но в составе присутствует 58% натурального шелка. Многие уже знают, что я не любитель черного цвета, но этот вечерний образ 100% мой вариант. Он абсолютно не выглядит скучным и мрачным. Серебристые аксессуары добавляют образу яркости, индивидуальности и идеально подходят под блеск блузы. Thank you.
за все время моих походов по секонд-хендам, это единственная находка от бренда Dolce & Gabbana. Есть голограммы и номерные знаки, которые говорят о подлинности этой вещи. Купила я ее также больше года назад за какую-то смешную сумму не дороже 300 рублей, точнее уже вспомнить не смогу. А если хочется чего-то посочнее, то яркая фуксия отлично подойдет. Эту необычную блузу вы уже видели в одном из моих выпусков. У нее очень интересно выполнен декор в виде складчатых деталей. Смотрится это очень необычно. Под эту форму выреза отлично подошло шейное украшение чокер, мое недавнее приобретение. Это тоже стразы, все блестит и переливается на свету. Туфли нежно-розового цвета многие тоже уже видели в предыдущих выпусках. Они гармонично вписались и в новогодний образ. Еще я добавила сюда вот такую маленькую сумочку из натурального меха. На мой взгляд, она отлично перекликается с бархатной фактурой юбки. Эти серьги вы уже видели, это тоже обычная недорогая бижутерия. Шейное украшение я заказывала на Wildberries. Оно невероятно сверкает, но камера этого не передает. Туфли тоже ослепительно блестят в реальности. Блуза выполнена из 100% довольно плотного шелка. Он имеет небольшой сатиновый блеск. Конечно, очень сложно отглаживать подобные складки. От элегантных образов с шелковыми блузами мы переходим к более традиционным. Это блуза с пайетками, тоже находка секонд-хенд, которую вы уже видели. В сочетании с бархатной юбкой Макси получился настоящий утонченный вечерний образ. Пайетки сияют и переливаются миллионами огней. А сзади у этой блузы еще и открытая спинка. К этому образу идеально подошла моя бархатная стеганая сумочка насыщенного фиолетового цвета. Я не очень люблю пайетки, потому что зачастую одежда с ними сильно колется. Но у этой блузы есть подкладка, которая защищает кожу от соприкосновения с пайетками. И даже край рукава обработан, поэтому никакого дискомфорта в носке нет. Обязательно обращайте на это внимание при выборе вещей с пайетками. Иначе праздник может превратиться в настоящую пытку, ходить в таких вещах просто невозможно. Еще учитывайте, что пайетки могут рвать капроновые колготки. Это все я уже проверила на собственных ошибках. Красиво это не всегда приспособлено к жизни. Ну а эта необычная находка просто настоящий клад. Топ от бренда Just Cavalli, украшенный перьями и камнями. Я его нашла еще прошлым летом, есть такие вещи, которые, как дорогое вино, должны обязательно выдержать какой-то срок. И вот звездный час этого топа наконец-то настал в комплекте с бархатной юбкой. Как все мы уже знаем, перья, бахрома – это настоящий тренд зимнего сезона. Такие вещи иногда очень непросто вписать в свой гардероб. Приходится подумать, как и с чем их можно сочетать. Только посмотрите на этот эксклюзивный декор. Здесь всевозможные перья различных мастей. И пестрые, и пятнистые, и страусиные. Выглядит это просто восхитительно, особенно в сочетании со сверкающими камнями. Вдоль всей длины топа есть еще две полосы, расшитые стразами. В центре круглые стразы белого цвета и по бокам прямоугольные золотистые. Пуговички тоже золотистого цвета. Все опознавательные знаки были на месте, есть голограмма, это 100% оригинал. В
составе 65% вискозы, 35% полиамида и натуральное перо. Под этот топ можно добавить еще какую-то сетку. На мой взгляд, так смотрится гораздо интереснее и гармоничнее. Все-таки зимой с голыми руками ходить не всегда приятно и уместно. С сеткой образ стал более цельным и завершенным. Когда вам попадаются в секонд-хенде какие-то странные вещи, они вам очень нравятся, но вы пока не знаете, что с ними делать, обязательно берите. Пройдет время, и вы точно придумаете с ними какие-то оригинальные образы. Тем более, что в секонд-хендах мне, например, все реже попадается что-то стоящее. То, что я вам показываю, эти подборки собраны по крупицам. Это результат большого труда. И даже не за несколько походов в секонд-хенд, а временами за пару лет. Но в этом и ценность. Хороших вещей не может и не должно быть много. И покажу вам еще одну уникальную редкую находку. Именно о ней напомнил мне джемпер Zara с бусинами, которые я примеряла в секонд-хенде. Но только между ними есть огромная разница длиной в пропасть. Там дешевый масс-маркет, а это филигранная работа. Причем по составу это 100% шерсть. Я купила его тоже еще в прошлом году. Его не стали вывешивать в зал, вывесили на кассе, чтобы вандалы не срезали в примерочной всю эту красоту. В день завоза я как раз таки увидела его на кассе и не купила, он остался в магазине. Эта мысль не давала мне покоя, и на следующий день, как только проснулась, с самого утра я поехала и забрала его. Ничего подобного за все время посещения секонд-хендов я больше не видела. Многие вещи уникальны, и таких больше не встретишь нигде. Это не дешевый декор, это филигранная ручная работа. Каждая бусина ввязана в структуру изделия. И этот восхитительный джемпер просто ждал появления этой бархатной юбки. Посмотрите, сколько бусин, какая тонкая эта работа. Здесь можно рассматривать бесконечно столько разных элементов. Есть и какие-то плетеные, вышитые бусины, стразы. Это просто прекрасно. Есть вещи, держа в руках которые, испытываешь просто эстетическое удовольствие. Следующий образ я составила с бархатной юбкой и винтажным корсетным топом. Всевозможные корсеты сейчас на пике популярности. Этот я купила еще летом в секонд-хенде. У него нет жестких корсетных косточек, и сзади он застегивается на молнию. Есть еще тонкие бретельки, которые при желании можно достать. За счет прострочки белыми полосами он имеет довольно жесткую структуру и хорошо держит форму. Сам рисунок, сама геометрия выстраивают очень женственный гармоничный силуэт. Линии сходятся в одной точке, тем самым делая акцент на талии. Выполнен топ невероятно качественно. Посмотрите, какие ровные строчки, они просто идеальные. Мне очень нравится геометрия этого корсетного топа и как она рисует изящный силуэт. Правильная геометрия способна украсить любую фигуру. Судя по бирке, этот топ винтажный. И еще один необычный образ с нестандартной вещью. Это классический джемпер из 100% кашемира серого цвета от бренда J.Crew. Но у него есть очень необычная деталь – длинный бархатный тяжелый пояс, который можно обернуть вокруг талии в несколько раз. Это моя недавняя находка в день завоза, стоил он 600 рублей, и так как это 100% кашемир, конечно, я его купила. До последнего не подозревала, с чем и как буду его носить. Но в этом комплекте с бархатной юбкой звезды сошлись. Пояс очень гармонично с ней перекликается и подчеркивает талию. Можно также завязать другим способом, сделав акцентный бант спереди. И вот, казалось бы, серый и черный – абсолютно унылое сочетание. Но опять-таки фактура играет ключевую роль. Мягкость и нежность кашемира, изящество бархата делают этот образ по-настоящему королевским. Добавим сюда серебристые, искрящиеся, блестящие аксессуары, и образ станет полноценным и слаженным. Конечно, в выстраивании вечернего образа из нейтральных вещей большую роль играет укладка, макияж и аксессуары. Немного фантазии, и праздничный образ можно создать из чего угодно. Ну а
этот выпуск подошел к концу. Я, как всегда, была очень рада провести время в вашей чудесной компании. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и желаю всего самого-самого наилучшего. Несмотря ни на что и вопреки всему, никогда не утрачивайте веру в светлое будущее. Наша с вами жизнь такая изменчивая. Сегодня взлеты, завтра падение. Но одно я знаю точно, она очень мудрая. И если даются на вашу долю какие-то испытания, то обязательно и будут способы их преодоления. Будьте в этом уверены, мы всегда найдем силы справиться с любой, даже самой сложной жизненной ситуацией. Главное, чтобы было здоровье, мир в семье и любовь в вашем сердце, а остальное приложится. Ну а я с вами прощаюсь до следующего выпуска.